выпускников нашего славного аграрного университета. Мы еще раз имели удовольствие и с чувством гордости прослушали основные вехи 95-летней истории нашего славного учебного заведения. Благодаря нашей добросовестной прессе сегодня, вчера, многие предыдущие дни, вся история этого вуза была в лицах через события по годам такой добросовестной хроники, перелистана страница за страницей, поэтому я свободен от необходимости называть даты, имена, победы, которых очень много, и все они яркие. Достаточно сказать, что, скорее всего, сегодня в России очень мало коллективов, у которых непрерывная 95-летняя история, и которая даже в 95-летнем возрасте демонстрирует молодость, энергию, силу, волю, интеллект и стремление к победам и успехам. Это очень важно. Очень важно также, когда сегодня мы в своей стране к своему позору начинаем вглядываться в лица друг друга, выяснять, кто из нас какой национальности, кто кого кормит, то ли Кавказ кормит, то ли Кавказ своим гостеприимством никогда никого не обделил. Вспоминать о том, что именно с этой земли, с нашей с вами земли, из этого вуза отпочковались такие аграрные, научные и учебные заведения, которые сегодня живут самостоятельной жизнью, очень ярко живут, представляют к нашему всеобщему удовольствию, нашей радости яркие имена, яркие достижения. Но иногда, как это бывает, по разным причинам забывают сказать, что начиналось, начиная от Кубани и до Каспийского моря, все отсюда.